Ящерица Ядозуб – неспешный житель нор. Но не ищет ли он приключений, передвигаясь с таким грохотом? Ведь вокруг рыщут более крупные хищники, такие как койоты. Может, Ядозуб и не является самым большим и хорошо вооруженным хищником, но он прекрасно защищен. Каждый нарост на его теле изнутри укреплен костью. Но у койота мощный укус. Может быть, за этим что-то кроется? И хотя ящерица Ядозуб необычайно хорошо защищена, ее безмятежный вид и цветастая шкура привлекает хищников иного рода, беспринципных ловцов присмыкающихся. Почуяв угрозу, он реагирует молниеносно. Стальные челюсти защелкиваются и сжимаются намертво. Когда он жует, яд из особых желез стекается по желобкам на его зубах и проникает в рану. Сильная доза может убить человека или, по крайней мере, вызвать нестерпимую боль. Недавно ученые обнаружили еще один уникальный и необыкновенный эффект укуса ядозуба. Он вызывает улучшение памяти. Таким образом, этот укус вы забудете очень нескоро.